мошенники нашли возможность получить доступ к счетам юридических лиц. Регулятор сообщает о высоком уровне подготовленности кибератак, которым подверглись счета предпринимателей. Злоумышленник использовал хорошо просчитанный механизм действий. Через мобильное приложение банка, куда он попадал под реальным именем и паролем, знакомился с порядком и структурой API дистанционного банковского обслуживания. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.